компания Hyundai Motor запустила суббренд N, который занимается производством спортивных автомобилей, и представила первую модель Hyundai i30N. Спорткар оснащен турбированным двигателем, шестиступенчатой механической коробкой передач, спортивной приборной панелью и передним приводом. Относительно дизайна, хэтчбэк i30N получил каскадную решетку радиатора, колеса размером 18 и 19 дюймов. Помимо привычных черного, белого, серого и красного цвета кузова, появился небесно-голубой. Базовая модель мощностью 249 лошадиных сил. Новинку позиционируют как спортивный автомобиль на каждый день. Несмотря на 100% спортивный характер автомобиля, абсолютно подходит людям для каждодневного использования. Поэтому мы как раз и хотим подчеркнуть сочетание реально спортивного характера с абсолютным комфортом. В дальнейшем мы планируем расширение линейки N, и у нас появится несколько автомобилей, специально разработанных подразделением N, именно со спортивным характером, поэтому это только начало. Продажи спорткара стартуют в мае, однако приобрести его можно только в 6 городах – в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи и Краснодаре. Для любителей автоспорта там существует соответствующая инфраструктура.